Всем привет! Сегодня будем с вами готовить овощи, тушеные со свининой в мультиварке. Можно, конечно, это приготовить и на плите, но в мультиварке получается очень быстро, вкусно и летом особенно хорошо, не жарко. Нам понадобится свинина, у меня здесь 350 грамм, можно любую часть взять. Специи, хмели, сунели, соль и черный перец. Укроп, петрушка, чеснок. И картофель у меня 3 штучки. 3 помидора, 2 луковицы, 2 перца болгарских, 2 синеньких и морковь. Картофель мы даже не будем очищать. Хорошо помоем и все. Сейчас нарежем наши овощи и будем приступать к закладыванию в мультиварку. Подготовили наши овощи, нарезали. В мультиварку налили 1-2 столовые ложки растительного масла. И начинаем закладывать наши овощи. Сначала мы выкладываем мясо. Распределяем. В этом рецепте у нас ничего жариться не будет. Будет все только тушиться. Все, положили мясо. Посолим сейчас его немножко. Солим по вкусу. И выкладываем репчатый лук. Лук я нарезала полукольцами. И все полукольцами. Картофель, сладкий перец, баклажаны. Все у нас нарезано вот такими полукольцами. Овощей будет у нас все 2 слоя. Один слой только будет мясо. Начинаем выкладывать постепенно. На мясо мы выложили лук, половину лука. И теперь выкладываем на лук картофель. Следующий слой у нас будет баклажаны, морковь, сладкий перец и помидоры. И так все это повторим 2 раза. Ну вот сложили мы все наши овощи. Последний слой помидоры. Посыпаем специями. У меня хмели сунели. А вообще специи можно по вкусу, кто какие любит, можно добавлять. Лавровый лист кладем. И заливаем все одним стаканом воды. Кто любит, чтобы было немножко больше жидкости, можно налить 2 стакана воды. Овощи немножко придавливаем слегка. И включаем на режим тушения на 40 минут. За 2 минуты до готовности добавляем нарезанный чеснок и зелень. Наше блюдо уже готово. Сейчас будем пробовать. Вот такое блюдо у нас в итоге получилось. Очень вкусное, ароматное. Мясо очень мягкое. Аромат стоит на всю квартиру. Всем рекомендую. Попробуйте. Я думаю, вы не пожалеете. Всем приятного аппетита. Кушайте вкусно. До новых встреч. Всем пока.